that moment when I shine. Dream about it often. It's my time. Waiting for that moment. For that moment. Мы приехали на пляж Монте, который находится в городе Бенидорм. И у нас ощущение, что мы здесь самые белые люди. Люди самой белой кожи. Какое оригинальное здание мы заметили еще когда сюда ехали, в этот город. Его видно издалека, оно очень высокое. Нас заинтересовал вот этот конус наверху. И мне даже интересно, а что там вот в этом вот, вот в самом кончике этого конуса, что же там находится? Туалет. Надо будет найти, погуглить это здание и почитать про него, что это такое. Так жалко, что я не взяла корпус для своей камеры GoPro, который позволяет плавать с ней под водой. Сейчас бы мои дети устроили бы здесь подводные. Так, дети играют в песок. Аника сказала, что отсюда надо уезжать, потому что здесь не очень интересно купаться. Вода настолько соленая, что нырять детям неинтересно и даже неприятно. Вот такое замечание. Поэтому они у нас не купаются в Средиземном море, а ковыряются в песке. Мам, смотри, у меня замок. У тебя замок. Вот тут дверка. Где дверка? Вот. Давай, покажи дверку. Я делаю дверку. О, так это, куда тебе еще и вода заливается. Да. Все продумано? Да. Ну, это как бы дверка, как бы человечки идут сюда. Что случилось? Смыло твой домик. Добежать от линии моря вот до этого деревянного мостика, который ведет к дороге, это просто настоящий челлендж. Песок настолько горячий, старшая дочь сказала, ощущение, что я опустила ноги в какую-то горячую воду и никак их оттуда не вытащить. Сейчас мы сполоснем ножки, пойдем немножко прогуляемся и зайдем в прибрежный ресторанчик. Вот как удобно, можно помыть ножки. Сейчас. Так, вот, как тут ножки мыть? Нажимать куда-то надо? О, все, поняла. Нажимаешь и моешь ножки. Удобно. Кстати, многие, я видела, тут набирают воду в бутылке. Правда, они, по-моему, ее не пьют, они поливают себя с этой водой. Они пьют. А и пьют тоже? Да. А, ну вот. Аника говорит, что пьют. Все. У меня ножки чистенькие. Теперь я. Давай, теперь ты. Так, и где-то здесь стоит наша машина. Какая? Вот это наша? Теперь мы отправляемся в ресторан. Вот этот вот ресторан. Мы зашли уже сюда заранее, забронировали себе столик. Очень милые здесь. Кто они? Официанты. Юрий очень хотел посетить рыбный ресторан. Ну вот, на берегу Средиземного моря. Расселись? Я вас снимаю. Мы ждем наш заказ. Наслаждаемся видом. Наслаждаемся приятным бризом морским. Так, ну и нам принесли заказ, я не могу это не заснять. Это прямо шипит. Я боялась, что есть. Это шипит. А у Эвелин тут такой кусок большого мяса. Я боюсь, что оно не съест его. Я заказала фаршированный баклажан. Так, а у Аники фри-картошка и кусочек свинины. А у Эвелин, да, огромный кусок говядины. Вот еда. Ну что, приятного аппетита. Я дам тебе попробовать, хорошо? Мы сейчас подкрепимся и поедем в следующий город, в Аликанте. Мы держим путь на Аликанте.
я охлаждаю водичку. Вот я нашла такой чудный способ. За счет того, что здесь будет очень холодный воздух, я подставила воду и охлаждаю ее. Вот. Эвелин, ты у нас мастер говорить. Что нужно сказать? Ну, что-нибудь скажи. Ты говоришь, недостаточно сказать, мы едем в Аликанте. Нужно сказать что-то еще. Вот что бы ты сказала? Маша, я. Давай, ты говори. Всем привет, с вами Аня. Сегодня мы поедем в замок проверять, что будет. А, мы сегодня едем в замок? Да. А, да, да, все верно. Вот видите, вы говорите еще лучше, чем я. Точно. В Аликанте папа хочет нам показать замок, который называется Санта-Барбара. Вот, еще что-то надо добавить? Что надо еще добавить? Потом мы не знаем, куда поедем, но точно мы послезавтра поедем в дельфинариум. Отлично. Вот как надо на камеру уметь работать. Да. Мы едем по автобану. Тут знак 120. Разрешено ехать. Мы едем свои законные 120, иногда бывает даже 125. Но нас обгоняют так, будто бы мы стоим здесь. Может быть, это в милях? А не в километрах, да. Ну, потому что нас обгоняют. А что надо добавить еще, Анюта? Давай. На машине. О, посмотрите, ребята, весь город перед нами. О, какая красота! Так, а мы поднимаемся в замок Санта-Барбара. Я когда видела его издалека, я поверить не могла. Я думала, сюда нужно будет пешком идти. Оказывается, на машине можно подняться. Друзья, вы только посмотрите, какой вид открывается с этого замка Санта-Барбара. Так, ну пойдем теперь гулять по замку. Да, жарко. Жарко? Сейчас надо посмотреть, сколько здесь температура воздуха. Супер. Это первая страна, куда мы приехали, и мне не холодно. Я просто счастлива от этого. Какой шикарный кактус растет здесь на территории. Обалдеть. Красота. Поднялись немножко наверх и уже передыхаем, уже все устали. Ну, в таком замке мы с вами еще не были, ребят. 9 век нашей веры. Построен был? Да. Ну вот. Замок был построен в 9 веке. Дорожка здесь не совсем ровная в этом замке. А, там был выбор пойти по нормальной дороге. Мы выше выбрали. Когда-то, видишь, были ступеньки сюда. Видела, да? Да, видела. А, просто возможно был выход, да. Вот, видишь, там это. Под землей, видишь, какая штука? А, да. Мама, ну вот. Девочки предполагают, что это, да, окошки темницы. Хотя, может быть, это были девочки сточные канавы.
Друзья, сейчас продемонстрирую прекрасный вид на город Аликанте. Ну разве не красота? О, какие-то рыцари там на площадочке дерутся. Ну, конечно, высота везде. Жуткая, да. Высота пугает. Вниз мы будем спускаться вот по этой вот, лестнице. А Эвелин нас всего боится. Идемте. Она осыпается. Ладно, надо бежать. Эвелин боится, что на нее что-нибудь осыпется. Интересно здесь. Дорожки я вам скажу. Сейчас покажу, какая. Вот по какой дорожке тут мы идем. Вот куда, куда ты хочешь залезть? Сюда. Оу. Ну, не туда разбить, сюда. Высоковато. Эвелин все-таки решила одолеть эту стену, преодолеть свой собственный страх высоты и оторваться от земли на целый метр. Так, куда Аника залезла? Вот наша маленькая обезьянка залезла. И теперь она уже спускается. Ура! Ой, можно я тоже залезу? Эй, надо дать два. Слушай, вообще очень интересная самобытная крепость. Видно, что она очень большая была и здесь очень много людей. Действительно, очень большая крепость, да. По площади большая крепость. Ну, погуляли по крепости, и теперь будем направляться уже к себе, в свой город. Проветрим машину, потому что на солнце она, конечно, нагревается быстро. И в машину даже нос засунуть неприятно, насколько там горячий воздух внутри.